Семья – это сплоченность, любовь, дружба близких людей. Девочка Лена окончила детский сад. Ей было очень грустно, ведь она попрощалась с любимыми воспитателями. Лето прошло незаметно. Дома пошел переполох, скоро в школу. Все в семье были заняты подготовкой Лены к поступлению в первый класс. И вот наступило долгожданное 1 сентября. Было очень радостно и весело. Жучка весело бегала вокруг Лены и виляла хвостом. Мама давала советы дочери и рассказывала, какие ее ждут впереди интересные события. Добрый путь, Лена!